ребят, я тут решила вернуться все-таки на канал и снова снимать влоги. Ну, хочу попробовать просто, может быть, все будет нормально. Вот, я начну заново снимать видео, как и раньше. Просто был очень тяжелый период, морально и не только морально. Из-за беременности у меня было переменчивое настроение. Из-за беременности я себя очень плохо чувствовала, у меня был жуткий токсикоз, и все так навалилось. И я все-таки решила, что хочу запечатлеть моменты своей беременности и даже роды. Я надеюсь, что буду снимать. Поэтому мы возвращаемся на канал. Очень много чего хочется рассказать, показать. У меня уже 32 недели беременности. Мы уже давно узнали, конечно же, пол. Мы даже нам говорили два раза разный пол. Мы обалдели. Я постараюсь вставлять это в видео, во влоги. Вот, и показывать наши покупочки постепенно тоже, что мы купили для малыша. Мне так тяжело настроиться и разговаривать с камерой. Честное слово, я очень давно не разговаривала с камерой. И я уже забыла, как это делается на самом деле. И как снимаются влоги. И, честно, я не знаю, как начать вообще это видео снимать. Про что рассказывать, про что не рассказывать. Просто если я начну про все рассказывать, это видео будет длиться бесконечно. Ну, час точно. Если я буду еще все показывать, это вообще будет. Поэтому по чуть-чуть. Постараюсь как-то все обложить. Сейчас я хочу показать вам, как мы выросли, какой животик у меня. Это у меня сейчас 32 недельки. 32 будет во вторник. Сегодня у нас суббота. Вот 32 недельки. Я не думаю, что прям, ну, сильно огромный живот по сравнению с первой беременностью, но достаточно большой. Вот. Все у нас хорошо. Беременность развивается отлично. Вес малыша тоже шикарный. Я счастлива безумно. Так как у меня были проблемы с первой беременностью, у меня артерия одна плохо функционировала. У меня из-за этого были проблемы у Данюши с весом. Он был намного меньше, чем должен был быть. И он немножко отставал в развитии на 2 недели. Поэтому я очень этого боялась. Я думала, что у меня опять будет так же. Слава богу, все хорошо. Мы взвесили малыша. Ну, на УЗИ нам взвесили малыша. И он по сроку был отличный. Даже немножечко больше, чем положено. Так что я безумно счастлива. Ребятки, я хотела вам показать наши изменения на балконе. Мы тут немножечко поубирали. Это Даня у нас тут играется. Я постирала, кстати, плед, потому что он что-то с него сыпется и все прилипает. Вот так вот у нас теперь на балконе. Мы поставили такие кресла. У Дани такое же, как и у нас. Это с Икеи кресла. Они еще так классно пружинят, когда садишься. Перенесли сюда весь зеленый уголок. А? Позже чуть-чуть. Чуть-чуть позже. Не недельки. Скоро, через пару часиков. Постука. Да. Так папа приехал. Даня все время обнимает животик. Так вот, мы перенесли сюда весь зеленый уголок. Сынок. Вот, вот этот уголок зелененький. Все наши растения, да. У нас тут осталась клубника. Бутылка, это для того, чтобы поливать. Мне неудобно ходить с маленькой. А тут у нас помидорчики, которые мы с Даней садили. Они уже начинают цвести, но их нужно подвязать, потому что они падают. Я еще не нашла палочки. Так, мандарин. Этот тоже, кстати, нужно подвязать. Ему очень тяжело, и он заваливается. Мандарин. У нас один мандаринчик растет. Такой уже большой. Пальма моя засыхает. Я не знаю, она то болела, то засыхает. Теперь
В общем, как-то так. Так, с этой стороны у нас... Это у нас я повесила сушиться, чтобы сушилку не разлаживать. У нас здесь машина. Все для купания в море, в бассейне. И велосипеды. Кстати, наш старый ковер. Новый я вам потом покажу. И покажу, что там в зале, потому что там Даня раздетый. Поэтому... Хотела бы вам показать наши изменения, которые у нас произошли в нашей спальне. В общем, как-то так смотрится теперь. Здесь у нас больше нету хлама. У нас собрано все по коробкам красиво под кроватью. Вещи там наши зимние и все такое. Тут теперь у нас стоит кроватка. Я ее застелила, но я буду еще стирать все. Я еще не перестирала все вещи, еще рано. Там тумбочку потом, я думаю, я уберу, чтобы ближе к лицу был малыш, чтобы я видела его. Вот так вот. И здесь мы поставили такой вот комод. На него поставили телевизор. Намного удобнее смотреть теперь все. Комод очень большой. Мы уже прикупили веснички. Вот, я послаживала, но тоже еще не перестирывала. Подгузники. Такую стопочку одну взяла. Плюс-минус. Так, здесь я еще хочу купить коробочку. Тоже сложить это все. Это простынь. Это все... Как их там? Слипики. Вот. И такое полотенечко мы взяли. Очень красивое. Мишутка. Здесь у нас тапочки. Такие-то потули. Это еще Данина игрушка. Так, тут у нас спальник. Так как я не буду укрывать одеялами. Как в кроватке здесь все лежит. Вот так и будет. Без бортиков, без одеял, без подушек, без всего вот этого. Для меня это неприемлемо. Вот. Поэтому вот такой вот кокон. Он абсолютно безопасный для таких маленьких деток. Это, кстати, еще Данины вещички. Вот. Это то, когда он родился, его первое одели. Вот такие вот. Боже, какое маленькое. Тоже хочу перестирать. И все. И тут уже пусто. Маленькую машинку. Она что делала? Мы уже собрались. На пляж? Подъехали поближе немножко к пляжу. Да? Да. Ты доволен? Красавчик. Сейчас нам надо будет, правда, подниматься так далеко, наверх. Ой. Ага. И потом... И Валя, как обычно, с огромным рюкзаком. Да. Давай я помогу. Полотенце покрывало. Да? На, помоги, водичку попей свой. Как неожиданно. Столько людей. Это ужас. Очень много. Лучше бы мы, конечно, в бассейн пошли. И вот это вниз, вниз, вниз. Представляете? А потом мне наверх подниматься. Так весело. Да. Я не знаю, почему, но мне реально очень тяжело. А, еще и бьет меня. Прям, когда я стою, это прям вообще неприятно, если честно. Так сильно. Когда лежу, еще более-менее. Купаются мои зайчики. Даня в очках, ныряет. Теперь Алина пошла в здание купаться. Людей тут очень много, а? Вода холодная. А Даня пловец, научился нырять и теперь все время хочет нырять. Ну, водичка хорошая, в принципе. Но пляж, да, переполнен. Людей много. Я не могу снимать полностью все,
потому что здесь наполовину нудистский пляж. А я здесь так удобненько прилегла, на самом деле. Даня нам полотенце взяла. И мы лежим. Гляньте, у меня такой маленький живот, когда лежу. Так и не скажу, что я беременна. Даня там по скалам лазит, вообще ему так нравится. Мы забыли, надо купить ему эти специальные тапочки, в общем. Чтобы там ходить, чтобы в ножки не кололо. А вот это вот у меня тренировочная схватка, понимаете? У меня прям с одной стороны вот так вот лежит малыш, и все. Даня уже накупался тут так, что у него губы синие просто. Люди споймали рыбку, и Даня там смотрит, наблюдает за ней. Радостный такой. Наконец-то мы уже пришли домой. У нас 10 часов, уже темно на самом деле. Мы еще по пути заехали в Меркадону, купили вкусняшек разных. Сейчас покажу. Взяли вот мороженое. Да, иди, руки мой. Йогурт. Такой вот. Да понятно, ну для кого? Для тебя. Вот Даня тоже выбрал десертик такой. Вот эти очень понравились. Вот пудинг, я не знаю, десерт, в общем, какой-то очень классный. Только мне больше нравится вот этот вот белый, ванильный. Я вообще даже и не знала, что тебе вообще что-то понравилось. О, ты сейчас будешь ставить, да? Я не знаю, музыка у соседей. Мы, кстати, купили вот такую вот мультиварку. Супер классная мультиварка. Там еще есть крышка отдельно. Вот она. И она как аэрогриль. Так, еще мы взяли. Ну, в общем, одних вкусняшек набрали. Принглс. И такие звездочки я люблю со вкусом масла. Я себе взяла на ужин йогурт. Хочу йогуртиком поужинать. Сок такой вот. И мороженое. Валик любит такое шоколадное, а я люблю с маршмеллоу. Это прям моя любовь. Очень вкусное. Так. Патата браво. И вот такая крышка. Она, кстати, подходит для любой мультиварки. Спираль и дует. Да. Аэрогель. Что она грязная в пыли? Пыль. На 24. Ну ладно, окей. Все. А мы тут решили вместе с Даней покушать йогурт.
ни Дани не видно, ни меня нормально. Просто штатив где-то там. На. Вкусно. На балконе. Так хорошо. Я на самом деле такая большая. Сижу. Как бегемотик. Я. Животик у мамы, как у бегемотика. Сейчас еще патата брава приготовится. Патата брава? Угу. Патата бравка. Будем сейчас с алиоли кушать. Патату браву. Мороженое. В общем, все, что мы купили. Даня уже собирается отдыхать, да? Ложится спадки. Я махаю. Махаешь. Скажи всем пока. Пока. Увидимся с вами завтра. Пока-пока.